Привет. Это регулярный отчет о процессе разработки Serfium Project. Serfium Project – это проект автоматического браузера, где за основу взят движок Google Chromium браузера. Но в будущем код приложения может быть абстрагирован таким образом, что можно будет использовать движки и других браузеров. Этот отчет я делаю в большей степени для собственного самоконтроля. Итак, основной смысл приложения. Все загружаемые в браузер веб-страницы разбиваются на элементы. Составляется дерево элементов каждой загруженной в браузер веб-страницы. И с этими веб-страницами и их элементами можно осуществлять различные действия, такие как движение мышью, клики, прокрутки и так далее. И самое интересное, что все эти действия с веб-страницами и их элементами можно автоматизировать с помощью специального серф-скрипта. Серф-скрипт – это простой язык, интерпретируемый язык для манипуляции с веб-страницами и их элементами. Вот так выглядит интерпретатор для серф-скрипта. Этот интерпретатор будет усовершенствован, и его редактор кода. Попробуем несложный скрипт, который осуществляет несколько движений, несколько кликов и прокруток на выбранной веб-странице с небольшими перерывами. Далее. Приложение состоит из двух больших частей. Первая часть – это режим отладки, то, что сейчас видно на экране. В этом режиме все сделано для удобного составления и отладки новых скриптов. Вторая часть приложения – это режим выполнения, где несколько ранее составленных серф-скриптов могут выполняться в фоновом режиме. В режиме выполнения доступно уже минимум информации о выполняющихся скриптах. Фоновый режим – это когда видно только значок приложения в системном трее операционной системы. Можно попробовать чуть более сложный скрипт с поисковой страницей Google. Этот пример я показывал в прошлом отчете. В этом примере открывается поисковая страница Google, находится поле для ввода поискового запроса. Вводится текст поискового запроса, нажимается клавиша Enter, дожидается загрузка страницы с результатами. На странице с результатами находится указанный результат и кликается ссылка, что приводит к загрузке веб-страницы с информацией о том, что запрашивали. Этот скрипт из 10 строчек. Вот все вкратце о Serfium Project. Этот проект в коммерческих целях может использоваться для заработка на рекламе, но это в целом интересная вещь. Пока что программа содержит много недоделок и багов. Приходится преодолевать токсичные обстоятельства. Но в ГУЛАГе не делают хороших вещей. Например, автомобили получаются только запорожцы или жигули. В лучшем случае Волга. Мазерати и БМВ как-то не выходят.